Друзья, всем привет! За спиной горы, и там тоже горы. Мы с Татьяной приехали на Домбай, постараемся показать вам кое-какие красоты. Вот. В горы мы приехали впервые, надеюсь, вам понравится. А мы пошли на канатную дорогу, сейчас я вам покажу горную речку. Такая вот отсюда красота. Конечно, камера не передает всю эту красоту, но это просто, смотрите. Солнце, горы. Все просто. Мы поедем вон туда. Мы в кабинке, как это называется, маникулер, шмакулер. Все, поехали наверх. Здесь правило, что и как. Ну и мама родная. Страшно же есть. Не страшно. Красиво, конечно, блин, тут заляпано все стекла, всю красоту вам. Ну, мы едем вон туда. Сверху будет совсем другой вид. Ну что, мы поднялись на вершину, на одну из. Вот, можно еще выше подниматься. Не знаю, я что-то очкую человек. Вот. Я вот думаю, пешком может спуститься здесь. Как вы думаете, есть здесь пеший маршрут? Блин, просто нереальная красота. Сейчас будем искать тура, где-то он здесь есть, где-то он здесь водится. Наверху чувствуется прохлада. Эмоции есть, адреналин зашкаливает. В общем, вот такие горы. Там ледники, там ледник, там ледники. Вот. Туда выше дальше. На двоих. А, вот это не работает. Дашка, ну кайф.
мы сейчас на 3000 пойдем или еще выше? Туда, наверное. 3200, да? Я не стал очень смотреть. Слишком высоко. Ой, погода такая шикарная. Да, с погодой очень повезло, на самом деле. Иначе бы... Ясно, безветренно. Тепло. Забрались на 3008 метров. Хорошо, что у нас есть с собой шапочки. Вот. Сейчас поедем еще дальше. Вот там, я думаю, понадобится уже другая экипировка чуть-чуть. Утеплиться надо будет получше. Выше и выше. Друзья, у нас крайний подъем, потом предстоит нам спуск. Идем на 3200. Вот это вот туда. Кругом уже вершины снежные. Вот. Там ущелье какое-то, смотри, там целый поселок тоже есть. Люди счастливые спускаются, люди счастливые поднимаются. Я не знаю, как потом будет предстоит мне этот спуск весь. Но, честно говоря, пушка-бомба. Ну что, друзья, мы на высоте 3200 метров. Это очень красиво. Очень все супер-пупер. Пушка. Вот такие горы. Туда, если смотреть вниз, вообще не знаю. Вон туда. Все это красота. Снег. Сейчас мы пойдем вон туда. И походим вон там. Люди забираются еще вон на тот пик. Ну, не знаю, можно проверить, конечно, свои способности горные. Но красота завораживающая. Друзья, мы забрались так далеко, чтобы отведать прекрасного чая. В горах чай по-своему вкусен и прекрасен. Также прекрасны горы. Вот так вот мы сидим здесь на мысочке. Красотень. Пытаюсь найти тура. Вот, взяли бинокли у нас с Татьяной. Но тура пока мы не можем найти. Но чай божественный. Как и сама природа. Друзья, остановились мы в хорошем отеле. Вот. Как у нас, мы сейчас выезжаем. У нас тут балкончик, сейчас я вам покажу вид. Вот. Вид сбоку. Такой вот шикарный вид у вас. Выходишь. Вот горы они. Тут есть кафе в отеле. Очень вкусно готовят. Кафе называется Орион. Чуть попозже я вам покажу. Ну, контакты и как он вообще себя выглядит.
Вот такая вот гостиница Орион. Имеет свою парковку. Я спокойно здесь припарковался. Вот. Такой вот шикарный вид. Горы туда везде. Короче, сейчас я вам покажу вывеску. Вот вам номер для бронирования. Я думаю, это видео мы будем заканчивать на такой красивой ноте. Что там надо сказать, Татьяна? Не забывайте там колокольчики, бубенчики, там все дела, там подписочку. Ставьте лайк. Да. А мы для вас будем стараться снимать как можно прекраснее, красивее. Все. Увидимся в угодьях. А может быть, когда-нибудь.